Всем привет! В общем, в силу невозможности путешествовать в данный момент из Дохи, так как очень проблематично возвращаться сюда, карантин и все дела, мы решили как-то скрасить наше пребывание здесь и провести выходные в отеле. Выбор пал на отель W. Он достаточно популярный здесь, потому что здесь множество ресторанов, здесь бар, есть ночной клуб, но, кстати, он сейчас закрытый из-за карантина. Также есть спа, бассейн. В общем, мы забронировали на выходные здесь номер. Как раз у нас все совпало с нашей особенной датой. Ребята нам тут все украсили очень красиво, лепестками роз, оставили тортик, фруктики. Было очень мило с их стороны, очень приятно. Давайте я вам покажу номер, в котором мы остановились. В общем, пойдемте. Вечером видно соседей, что они там делают, поэтому лучше шторы закрывать. Это Доха. Здесь есть кофемашина Nespresso со всякими вот кофе, сливки, также чай. Все это бесплатно. Есть мини-бар, но он закрыт. А так выглядит первая комната. Мы уже сегодня выезжаем, поэтому здесь вы видите кучу шмоток и пакетов. Конечно же, даже на выходные мне надо очень много вещей с собой. Самое крутое в этих номерах это вот эти вот кресла. Как раз для фоточек с обалденным видом. Это номер на 10 этаже. Не знаю, считается ли он севью или нет, потому что такой кусочек моря видно. Обеденный стол, диван с такой шторочкой. Так, сама спальня очень красивая, тоже с такой интересной шторой. Если бы можно было завернуть с собой кровать, я бы ее с собой обязательно забрала, потому что ну прям вообще очень классная. Также прекрасный вид на West Bay. Очень удобно, что здесь шторы закрываются, открываются вот так вот с помощью пульта. Большое зеркало. И, кстати, обратите внимание, здесь розетки отличаются от наших. И если вы приезжаете, вам нужен либо переходник, но не факт, что он всегда есть в отеле, либо, чтобы вставить наш штекер, нужно протолкнуть вот эту вот дырочку какой-нибудь палочкой деревянной, но главное не железной. Тогда все получится. Тут шкафы и ванная комната. Здесь идет душевая с массажными штуками. Ванна, туалет, биде и зеркало. Все принадлежности здесь есть, там зубные щетки и все такое. И очень хорошая, кстати, здесь косметика. Естественно, все вот это вот я заберу с собой. Вот так вот. Я
Я постоянно забываю, что когда ты блогер, нужно сначала снять видео, а потом уже есть. Ну, собственно, поэтому все мои видео и даже немножко разкусанное. Очень полезно периодически устраивать себе такие выходные в другой обстановке. Это на самом деле очень заряжает, вдохновляет, потому что даже другие стены приносят вам какие-то мысли. Я рада все-таки, что мы выбрались вот так вот. Хотя на самом деле этот отель находится в 5 минутах от нашего дома. Смотрите, люди, которые едут в отель на 2 дня. Зачем нам столько вещей, столько обуви и всего-всего? Непонятно. И вот называется Welcome Back Home. Обида котиков за то, что их не взяли с собой. Хотя их приходили, кормили, убирали. Вот. Но они все равно решили устроить небольшое цунами дома. Красота! Красота!